Привет, друзья! Вы на канале Тим Вит и Чимаша. Дети, а чем это вы занимаетесь? Я собираю термомозаику, а я делаю пирамидку из спиннера. Ого, давайте посмотрим, что у вас получилось. Маша, что это? Это медведь-варелка в машине. Ух ты, Шка, точно, посмотрите, это машина, а здесь едет медведь-Валерка. Может, кто смотрит этого персонажа, вы его уже узнали. А еще что у тебя есть? Это берелок в виде желтобриха. Да, у медведя-Валерки есть медведь желтый, желтобрюх, да? Грачик. Маша, а что вот это ты сложила? Покажи нам. Это медведь-Валерка отравился огуречным коктейлем. Точно, смотрите, он позеленел, бедный. Подожди, но ты сложила мозаику, но мы ее еще не прогладили. Видите, она отстает. Давайте ее прогладим, и она превратится вот в такой вот брелочек, в такую фигурку. Итак, на нашу термомозаику мы ложим бумажечку, такую кальку, да? И начинаем проглаживать горячим утюжком. Вот так. Она сейчас немножко остынет. Уже мы прогладили. И можно будет отдирать и смотреть, что получилось. И аккуратненько снимаем нашего Мишку с палетки. И у нас получился вот такой медведь Валера, который объелся огурцами, да? Коктейлем из огурцов отравился. Классные фигурки у нас получились. Замечательная мозаика. Красивая даже. Ну а у тебя получилась пирамидка из спиннеров? Да. А ну покажи. Сколько это у тебя спиннеров здесь? 5 спиннеров. Ага, а они, ты можешь покрутить их, чтобы они все вместе крутились? Давай пробуй. Не разлетятся? А, разлетятся. А давай еще попробуем, вдруг получится. Вау, класс! И разлетелась. Супер, правда? Да. Хорошо, смотри. Тебе пришла посылочка. Давай ее откроем и посмотрим, что в ней. Давай. Так, здесь какой-то черный пакет. Ничего себе, уже интригует. Открываем наш черный пакет. Тиме очень интересно, да, Тим? Уже готов посмотреть, что в нем? Смотри, а в черном пакете еще белый пакет. А в белом пакете еще черный пакет. Ничего себе! Вот это сюрприз, так сюрприз, смотри. Наконец-то мы добрались до содержимого. Тима, смотри, это с этой стороны один спиннер, держи. Да. А с другой стороны еще один спиннер, держи. Давай раскроем и посмотрим, что это за модельки. Давай. Так, смотрите, это обычный спиннер оранжевого цвета. Оранжевого у нас еще вроде как не было, да? Да. Как его правильно крутить? Я до сих пор не научилась. Держи. И... А этот? Да. Это какой-то из огня спиннер сделан. Да, такой красный, яркий, с зубцами, да? Действительно, как огненный. Ну, а он хорошо крутится? Да, хорошо. А ну, давай. Ух ты ж, как класс. Ну, красивый почти. Маш, тебе нравится? Ну да, нравится. Самый красивый спиннер. А какие у тебя еще есть, Тим? Покажи нам, какая у тебя уже коллекция спиннеров. Вот такой вот синий. Это самый первый твой синий был, да? У нас есть видео, как мы его купили. Второй. Потом, как мы красный купили. Да, второй. Где-то еще... Вот этот зелененький нам потом пришел. Кстати, покажи, он светится, да? А ну покажи, как он светится. Я покажу, как у Жорша спиннера видно. О, класс. Смотрите, на него нажимаешь, и он начинает светиться. Вот. Сейчас я вам покажу, как он классно светится. Давай, Тимофей.
Вау, какая красота! А ночью вообще загляденье. Да. Так, и какой у тебя еще металлический есть, да, вот этот серебряный? И со смайликами. Ну, вот такая коллекция пока у Тимофея, да? Да. И, Тима, Маша, а знаете, что я хочу вам рассказать? Что? Что у вас на канале уже почти 2000 подписчиков. Ого! Да, еще чуть-чуть, и будет такая юбилейная круглая цифра. Да. А для этого надо нажать «Подписаться». Да, да. Клаш, а давайте проведем конкурс для наших друзей. Давай. А что будем разыгрывать? Спиннеры. А какой? Вот такой. Вот такой со смайликами? Да. Хорошо. Маш, а что ты разыграешь? Лизуна-осьминожку. Да, это классный такой лизунчик. У нас в прошлом видео был слоник-лизун, такой да. Сопливый слоник. А это будет сопливая осьминожка. И, друзья, если вы хотите получить вот такие призы, за первое место спиннер, смайлик, и за второе место осьминожку-лизуна, вы должны выполнить некоторые условия конкурса. Итак, первое условие. Быть нашим другом и подписаться на канал. А второе условие. Отгадать наши мелодии. Да, Тима сейчас сыграет 3 мелодии на фортепиано, и вы в комментариях укажите их название. Да. Поехали. Пошли. И первая мелодия. Смешное такое окончание Тима сделал. И третья мелодия. Молодец. А розыгрыш наших призов будет тогда, когда на канале будет ровно 2000 подписчиков. Всем удачи! Пока-пока! Пока, друзья!